Друзья, всем привет! Мы сейчас, короче, приехали опять в деревню, и вот отец купил сегодня вот таких вот маленьких утят. Вот видите, такие маленькие утята. Ой, я пойду дом. Так, и заодно видео хочу передать привет своему подписчику Лебедеву Максиму с Егорлыкской. Лебедев Максим с Егорлыкской, тебе привет большой. Ваня, да ты им домик сделал? А где? Где трава была? Вот, значит, зерно не ели. Видите, вот такие вот утята. Клевые, видите, какие красивые. Па, а все твои утки, которые вот все были у тебя, они все у меня есть на видео. Да? Да. А где правда курица? Две курицы. Туда внутрь забыл. А, вот одна курица, я вижу. Маленькая. Да. А их сколько должно быть? Две? Ну вот одна. А, и вот вторая. Блин, они такие хорошие, подручные. Хорошие, да. Крепкие прям уже, да, такие, да? Да. Не было денег, можно было купить по 170 рублей недорого. Курица 170? Да. Как и утенок? Она мне дала по 170 все. А-а-а. Ну да, штук 15 бы себе купил бы, да? Да. И они бы уже тебе, наверное, месяца через два бы неслись бы уже, да? Или нет? Не через два месяца, но уже... В сентябре? В ноябре уже. А, в ноябре бы, да? Вкусная колбаса. Хорошая? Угу. Вот, друзья, видите, какие утята клевые, да? Классно. Лизочек, ты здесь? Я вижу, они белые. Ага. Вот она. Одна, а где вторая? Вот одна, а где вторая? Видишь, а где вторая? И вторая бегала здесь. Я видел их две. Они две разбежались. Есть вторая, я видел вторую. Вот она внутри. Вот, я ее видел. Куда же? Ира. Я поняла. Лукушки. Я видела, как она сходила. Да. Ну, красивенькие утки. Да, классные, клевые. Да? Петух уже радостный, что опять у него уже полное хозяйство. Ну, вот и утята, и цыплята. Смотри, какая курочка черная. Не, а курочки вообще хорошие. А куры, видно, такие породистые, да? Курочка какая. Курочка. Ну, такие красивые. Ку-ку-ку-ку. А вдруг там петух попался? И живенькие такие. Да, да. Надо, да, на рынке покупать. А что за порода, ты не спрашивал? Не-а. Хохлатая. Я не спрашивал. Хохлатая. Хохлатая льговская. Она сказала, да. Глянь, уже так орех такой красивый стал, да? Разросся. А я тебе показывал на нем орех? Да, да, да. Вкусно, Лизоч? Сейчас дадим ей целую. Уже так подросла, да? Вообще. Ай, ты тысячки. Ай, ты тысячки. Глянь, дождь пошел. Ты боишься? Ты боишься? Ну, ты видишь, они это... Солому едят, траву. Не солому, там уже эти... Трава. Уже... Да? Пшеница. Пшеница, ячмень. А-а-а. Они ячмень грызут. Любишь, Па, ты хозяйство, да? Ну. Блин, гляньте, сколько еще вишен, блин. Лиза, на, держи. Тут можно еще насобирать и насобирать. Да, будешь держать? Ты ее не поднимешь? Да, Лиза? Лиза, доставай вишни, ешь. Хочешь вишенку? Лиза. Вон, смотри. Только косточку выплевывай, там косточка внутри. Да, Петруша красиво поет. Так ты показал орех именно плод, орех, а не... Показывал нет, я. Нет, там не было плода у тебя видео, было просто дерево. Ты не все видео мои смотришь. А именно плод показывал? Я попью сок из меня. Просто я. Вон еще на верхушке сколько вишен. Еще ведро спокойно собрать. Да. А я... Заморозил это. Это груша поздняя, да? Нет. Я сорвала одну.
А вон абрикосы уже желтеют. Я видела, да. Желтеют, видишь? Много абрикосов. Так они когда будут? В конце июля, да? Ну, уже через недельку должны быть. Вон, они уже желтые. Как яблочко. Вот, друзья, смотрите, это смола с этой, с вишней. Мы в детстве эту смолу жевали. Вот смола. Да, да, да. Вот такие вишенки. Похоже на яблочки. Ты косточки только выплевывай. Блин, друзья, наверное, сейчас ливень будет. Смотрите, тучи какие. Вообще, сейчас, наверное, ливанет конкретно. Лизочка, смотри, аккуратно, там ступеньки. Лиза, не беги. Вот видите, друзья, какие у нас утятки. Клевые. Ну, это отец, короче, купил 18 штук и хочет еще где-то столько купить. Вот это он сегодня ездил. Косточку. Это, на рынок. И вот купил это. Вот такие вот. Утяточки клевые. О, слышите, как гром гремит? Пойдем, Лизочку. Сейчас, сейчас. На, Лиза. Воздух будешь, Лиза?